прибрежной зоне Каспийска в честь Дня народного единства прошла масштабная общегородская зарядка с участием участников специальной военной операции. Это патриотическое мероприятие собрало на свежем воздухе жителей и гостей города, а также представителей управления муниципалитета, которые вместе с горожанами приняли участие в спортивных упражнениях. Сегодня и взрослое поколение, и дети, и молодежь объединились и вышли на зарядку. Поздравляю всех с Днем Единства. Это праздник такой, который нас объединяет, нашу республику, наш народ. Желаю всем всего самого наилучшего. Организаторами зарядки выступили Управление культуры, администрация города, местное отделение организации помощи участникам СВО «Память гор», а также депутатский корпус, возглавляемый председателем Абдулвахидом Джаватовым. Организаторы позаботились о том, чтобы зарядка прошла не только полезно, но и символично, напоминая о значении единства и взаимопомощи в обществе. Во время зарядки участники выполняли разнообразные упражнения – отжимания, подтягивания, приседания и другие физические нормативы, которые помогли зарядиться энергией и подарили бодрость. Несмотря на утреннюю прохладу, собравшиеся активно включились в каждое задание, вдохновляясь примером участников СВО, которые присоединились к общей разминке и поддерживали всех присутствующих. После окончания зарядки состоялось традиционное чаепитие, которое стало возможностью для теплого общения, обмена впечатлениями и выражения благодарности участникам специальной военной операции за их вклад.